Как правильно выбрать фейерверк и как не оказаться в травмпункте после активных выходных? Прямо сейчас советы по личной безопасности от заместителя начальника Главного управления МЧС по краю Валерия Терешкова. Он в нашей студии. Валерий Ильич, вам слово. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Следующая неделя будет полностью неделей магнитной бури. С 10 до 15 декабря включительно. Особенно следует выделить даты 11 и 13 декабря. В это время прогнозируются довольно серьезные колебания, магнитные до 7 баллов включительно. Эти даты могут стать настоящим испытанием для гипертоников-сердечников. Водители, будьте осторожны, возможно замедление реакции и как итог повышение опасности дорожно-транспортных происшествий. Уважаемые красноярцы, на предстоящей неделе, в воскресенье, четверг, мы ожидаем температуру до минус 15 днем и ночью до минус 18. Ожидается небольшой снег, при снеге возможно ухудшение видимости, на автодорогах гололед, снежный накат. Автомобилисты, будьте крайне осторожны, сохраняйте безопасные дистанции. При снегопаде даже опытным водителям лучше воздержаться от поездки за город. Напоминаем, водители-дальнобойщики могут прослушать информацию об обстановке на дорогах края по аварийной радиостанции на частоте 27-135. В связи с ожиданием ожидающим похолоданием в ночное время суток мы ожидаем рост пожаров в жилье. Если на прошлой неделе произошло 55 пожаров и погибло, к сожалению, 3 человека, то на это уже 67 пожаров и погибло в 2 раза больше. 6 человек и 1 ребенок. Напоминаем жителям частного сектора. Проверьте состояние печей, не пользуйтесь самодельными обогревателями, не пригружайте розетки. Уважаемые красноярцы, в красноярские травмпункты стали обращаться люди, получившие травмы из-за гололеда. За прошедшие выходные только в Советском районе медучреждения обратилось более 20 человек. Кроме того, травмоопасное катание на лыжах и плюшках. Только за 2 суток травмпункта уже обратилось 5 человек. Соблюдайте технику безопасности. Количество заболевших острореспираторными заболеваниями гриппа растет. На этой неделе в крае заболело более 11 тысяч человек. За прошлой неделе 9 тысяч. В Красноярске более 6,5 тысяч человек. Одевайтесь по погоде, соблюдайте правила личной гигиены. При недомогании не занимайтесь самолечением, вызывайте врача на дом. И хотелось предупредить, уважаемые красноярцы, уже сейчас идет массовое поступление в торговую сеть края несертифицированных, некачественных пиротехнических изделий. С 15 декабря в центральном районе Красноярска заработают вёлочные базары, где также будут продаваться пиротехника. В связи с этим с 1 декабря до 7 января 2018 года сотрудниками МЧС проводят сезонную операцию «Фейерверк бюджет». Напоминаем, что покупать петарды, фейерверки следует только в специализированных магазинах или отделах. Спрашивайте обязательно у продавцов сертификат на товар, иначе это опасно для жизни. Уважаемые красноярцы, смотрите прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на канале ТВК. До свидания.